Габаритов набирает еще 2 очка. Ну и кольца немножко помогли с ними, он успел познакомиться, в том числе и вчера. И вот Дарио Мейка. Жбанов отрабатывает на чужом щите, дважды причем. Уник забирает подбор в атаке. И получает, бросает, да, возможность сам бороться за подбор в атаке. И Уник снова этот подбор в атаке выигрывает. Ну, Оливье Жаншаль может записать себе это защитное действие в акти. Одного на средней зоне. Кстати, уже второй промах со средней дистанции. Вот он! Зря мы говорили. Игроки задней линии, даже будет правильнее сказать, делают вот такие вот забегания по трехочковой дуге. Димитриевич один на периметре, и это верный. Ну и как раз мяч в руках Дарьо Мейкона. 3 секунды на бросок, против него Милутинов. Мейкон быстрее, и он этот мяч забивает. В первой половине очень классно Георги смотрелся. Какая легко, передача легко, на Дарьо Мейкона. Проходы от Энтони Брауна. И знаем, как Мейкон создает сам для себя моменты, что он и сейчас пытается сделать, бросая через ухово и забивая. Выигрывали эти челленджи судьи. Но вот сейчас Райкович не стал этой возможностью пользоваться. Хотя это был как раз просмотровый момент. Рейнольд. За 4 минуты до конца третьей четверти Зайцев. Еще один промах с дистанции. Мейкон, его попытка. И вот, наконец. Когда он бросает с таким уровнем ответственности, его сложно остановить даже хорошему защитнику. Мейкон отвечает. Чего вы ждали от этого матча, мы не знаем, но мы именно такую концовку предсказывали. Мейкон попадает. Мейкон пытается обыграть уже не первый раз в этом матче большого ЦСКА. Скидка на периметр. Димитриевич. Мяч летел хорошо.